Огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Началось неожиданно, что у меня почему-то в этот раз так быстро накопились пустые баночки, и я их стала в последнее время, знаете, как бы хранить вот в таком вроде как симпатичненьком пакете, но он уже стал просто сверху, и уже складывать просто некуда. Я как-то до этого было раньше, знаете, снимала видео, ну, копились, могла снять видео там раз в 2 месяца, раз в 3 месяца это видео с пустыми баночками. Теперь решила вот тару такую, как бы определила не очень-то большую, и решила снимать видео, думаю, буду в конце месяца, вот за месяц. Ну, а тут получилось, что нет, не за целиком месяц эти будут пустые баночки, ну просто потому что уже копить нечего и... Ой, некуда. Да, некуда уже складывать и копить. Решила поэтому снять видео. В общем-то, оно выйдет на канале. Вы знаете, еще тут такая у меня как бы не особо... В общем, я расстроена. Расстроена, да, огорчена, расстроена. По какому вопросу, да, вы спросите? По вопросу моего телефона я огорчена и расстроена. Я стала замечать, что у меня при съемке видео стал появляться посторонний звук, который, ну, может быть, вы не заметили, но я-то замечаю, да, и оно непонятно, с чем связано. У меня, ну, хороший телефон покупала я его, ну, практически год назад, а вот iPhone у меня X, и, в общем-то, он у меня на гарантии, само понятно, вот год будет истекать. В общем, я обратилась в то место, где приобрела телефон, говорю, вот такая ситуация, вот то-то, то-то. Они мне говорят, приносите телефон, коробку, зарядник, наушники, ну, чек, там, паспорт с собой возьмите, и мы ваш телефон отправим в сервисный центр, там, на диагностику. И после этой диагностики вам, ну, вынесут какое-то решение по поводу этого телефона. Айфоны не ремонтируются, как мне сказали. Говорит, вы же понимаете, что вам тогда пришлют новый телефон. Да, все бы это хорошо и замечательно, это все здорово и отлично, да. Ну, в общем-то. Но срок вообще этого всего процесса и действия максимум 45 дней по... ну, ихним условиям, там как, ну, вы понимаете, на 45 дней я останусь, если без телефона, то вы реально понимаете, что на канале проблемы будут с видео, потому что я снимаю видео на телефон свой, монтирую на телефоне и все остальное на телефоне, поэтому мне это удобно, он всегда со мной, я могу в любой момент снимать видео, где нахожусь, в машине, в каком-то месте там или еще где-то, ну, мне так комфортно, и я вот так работаю, да? Это мой выбор. Я когда, во-первых, 45 дней, представляете, ну как-то... Ну не смешно это, если честно. В плане того, что, в общем, хочу вам сказать... Ну это как бы мои сложности, да? Хочу вам сказать, что если вы заметили на канале, что не так часто стали выходить видео, что их там нету в какие-то дни, а может быть их вообще не будет, я не знаю, как сложится ситуация, как вообще это будет проходить. Даже пока еще предположить не могу, потому что у меня нет какого-либо другого телефона, и в принципе... Я работаю с телефона, общаюсь, переписываюсь, созваниваюсь, у меня жизнь вся в телефоне, видео, ну все, да, я работаю онлайном. А, в общем, я не знаю, как это все будет, как долго это будет, может быть, это займет небольшой срок времени, и вы даже не заметите мою пропажу с Ютуба. А может быть, наоборот, это будет небольшой отпуск, так скажем, мой, да. Ну, не знаю, как это будет, но хочу вам сказать, что, в общем-то, ситуация вот такая вот, и пока гарантия есть, нужно этот вопрос решать, иначе, если я сейчас это затяну, то,
Потом я буду просто ремонтировать или там что-то делать, но уже также отправлять, что-то делать, но за свои деньги. У нас в городе, ну, наверное, какие-то люди ремонтируют, но это уже, то есть, ну, не знаю, кто это, что это, не сталкивалась, не в курсе. Но придя, конечно, в то место, где я приобрела телефон, мне предложили сначала обновить. Я обновила все ПО. Я даже поменяла чехол, думаю, может быть, проблема в чехле, может быть, там поэтому со звуком что-то появляется. Потом, значит, у меня между телефоном и чехлом лежали такие магниты специальные, это для держателя, для крепежа в автомобиле. Я вытащила эти магниты, думаю, может быть, там что-то телефон намагнитился, размагнитился, там или еще что-то, буду пробовать. Ну, в общем-то, никакие мои вот такие манипуляции и действия никакого результата не дали абсолютно. Как этот звук был, так он и есть, и он даже, мне кажется, стал еще усиливаться. С чем это связано, не знаю. Я, конечно, удивлена, если честно, удивлена этому моменту, потому что у меня это уже iPhone не первый, и я всегда как бы использовала, ну, я не могу сказать, что по максимуму, но использовала много, часто, постоянно, и, в общем-то, у меня первый раз такое. Мой самый первый iPhone, который у меня был, он до сих пор работает, поэтому, в общем-то, им пользуется ребенок мой. И я настолько как бы удивлена, что через вот, ну, еще года нету, да, вот стали какие-то недочеты вылазить. Ну, что делать, бывает и такое. Поэтому не теряйте меня, хочу сказать. К чему я вообще весь этот разговор-то завела? Так что не теряйте меня. Я видео там не выкладываю не потому, что там не хочу, потому что там мне лень там или там мне это надоело, да, а потому что вот так вот складываются как бы обстоятельства. В общем, как говорится, надеюсь на ваше понимание, на немножко какого-то ожидания. Я думаю, что все наладится. А может быть, это будет не так все печально, как мне нарисовали, что это будет такой долгий, длительный срок. Ну, мне показали на примере там другого телефона, не так давно там сдавали телефон 6, и примерно сдали 13 января, что-то 26-го он был в сервисном центре, а через 6 дней его, там, через 6 дней там отправили. Что отправили, не знаю, или новый телефон, или тот же телефон. Ну, в общем-то, вот такая вот ситуация была. И пока он там доехал обратно, ну, вот примерно где-то месяц-полтора это все дело и займет. Пока туда, пока обратно, пока курьер заберет. И, в общем-то, вот. Вот. Так что я, конечно, огорчена, опечалена. Но, как я всегда говорю, наверное, все, что не делается, все к лучшему. Хорошо, что это сейчас, хорошо, что это не после того, как гарантия моя там, допустим, закончилась, и у меня бы бамс, и то же самое бы обнаружилось, да. Хорошо, что это сейчас, хорошо, что это еще есть время, когда можно порешать этот вопрос без, допустим, там, дополнительных затрат. Ну, а там уже как что решится, там, я не знаю, устранят, может быть, они мне это как-то или нет, не знаю. Пришлют новый телефон, значит, новый телефон. Будем пользоваться новым телефоном. Что делать? Жизнь идет, все не стоит на месте. Да, в общем, все, что не делается, все делается к лучшему. И как там еще фраза есть такая хорошая? Все, что там что-то это, только делает нас сильнее. Ну, буду к этому относиться, ко всему вопросу философски. Сейчас я, конечно, уже как-то, я просто уже за телефоном слежу несколько дней, за вот этой вот ситуацией. Я реально понимаю, что она не улучшается. Вот. И
я уже, наверное, сейчас уже, знаете, как-то так немножечко подостыла, подуспокоилась, уже готова к чему-то вот такому. Ну, не знаю, я даже, если честно, так особо не понимаю, с чем я буду ходить, как у меня будет телефон, о чем я буду звонить, на чем я буду звонить, или как, или что. Ну, пока, в общем, все как-то так, знаете, в тумане. У меня самое главное, это вот сохраню всю информацию, все, что возможно, сохраню. Ну, у меня и сохраняется в облаке. И облако — это такое в интернете местечко, которое ты проплачиваешь. Есть там сколько-то там бесплатно, сколько-то там, если тебе мало, проплачиваешь. И у тебя автоматически вся информация с телефона там сохраняет. Каждый месяц снимает оплату. Мало тебе этого облака, ты его можешь расширить, расширить, расширить. Это я вот, ну так, чисто, если, может быть, кто-то не знает. А вот, так что там у меня сохраняются, наверное, фотографии. Но я уже так делала, когда с одного телефона там на другой. А вот контакты, фотографии, там что, в общем, как, ну как-то так. Не знаю, так что, в общем, хочу сказать, не теряйте меня. Пишите там, если у кого есть какие-либо вопросы, у нас есть какие-то дела с вами. ВКонтакте. Я думаю, что мы, конечно же, будем на связи в любом случае. Как-либо, ну, в общем, вот такие дела. Да. Ну, кто-то скажет, ой, ну что вы там драматизируете, там, как бы, да. Нет, ну, я не драматизирую, конечно, но, понимаете, это когда ты на этом инструменте, грубо говоря, работаешь, да, все делаешь, все, и ноль. В общем-то, работать нечем, позвонить не с чего. И у меня же не фабрика тут это, и не склад телефонов и гаджетов, потому что они мне не нужны, сами понимаете, да? У меня появляется надобность, я там приобретаю телефон, нет надобности, у меня лишних в запасах нету тоже. Ну ладно. В общем, как будет, так будет. Может быть, будут видео, может быть, нет. Ничего не могу сказать. Загадывать ничего не буду. Ну, в общем, как говорится, прошу понять и простить. Вот. Чья это фраза? Напишите, кто узнал. Ну все, буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока-пока! Пока-пока, он Илюха говорит это... В общем, не падаем духом, а оптимистически смотрим на будущее вперед. Ну все, обнимаю вас крепко, целую всем вам. Пока-пока. Будем, да? Увидимся обязательно.